Друзья мои дорогие, добрый день, с вами Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кинчано-Терме, из Тосканы. Для тех, кто первый раз попали на мои первые, второй, третий каналы, я хочу представиться, я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, я являюсь журналистом. Ну и, как всегда, под сюжетом в описаниях я оставлю ссылки на все мои три канала на данной платформе, и там же будет ссылка на мой телеграм-канал. Друзья, ну что ж, я хотела бы промониторить последние события. Сегодня утром прилетела из Рима, что именно сегодня, в данный момент, на Капитолии, капитолийский холм, там, где находится мэрия города Рима. Кто-то из вас был в Риме, кто-то смотрит мои ролики, я периодически капитолийский холм показываю. В общем, там сегодня проходит такая поминальная молитва в честь Алексея Навального. И, естественно, там без скандалов не обошлось, потому что утром, когда на уровне парламента было объявлено, что каждая партия итальянская, а в Италии очень много партий, должна предоставить там свои какие-то кандидатуры, свою какую-то группу, своих представителей, чтобы отправить туда на Капитолий. Ну вот Лига Севера, они сказали, что нет, типа мы пас, мы не хотим, у нас своих проблем выше крыши. Ну и тут сразу же им устроили Кускину мать. Да вы что, как же так? Властелины колец там миллиарды в него вложили, чтобы на протяжении нескольких лет вот долбить, расшатывать эту ситуацию, а вы не хотите, так скажем, их поблагодарить и отправить делегацию на Капитолий. Значит, в результате поехали все. Завтра в Риме Пьяцца Ротонда. Пьяцца Ротонда напротив моего любимого пантеона находится. Значит, как написано. Ну, я вам сейчас буду опубликовывать вот эти вот скриншоты. Это, друзья, технический перевод, автоматический перевод. Поэтому, если вы видите, что какие-то допущены ошибки, не обращайте на них внимания. Главное, что суть понятна. Значит, завтра Пьяцца Ротонда напротив пантеона. Как они написали, что вся российская диаспора, вот я отношусь к этой категории, должна будет приехать туда для того, чтобы вот его вышеуказанного поддержать. Значит, я никуда ехать не собираюсь. Самое интересное, что я поговорила с моими коллегами, экскурсоводами, с моими коллегами-журналистами и, в принципе, с теми людьми, которых я знаю. Ну, простите, пожалуйста, практически за 30 лет жизни проживания в Италии, естественно, у меня друзей и знакомых здесь очень много. И вот смотрите, я не нашла ни одного из нашей диаспоры, кто туда завтра поедет. Несмотря на то, как я уже указывала, что среди моих друзей есть люди, которые не думают так, как думаю я, думают по-другому. Пожалуйста, там, где заканчивается моя свобода, начинается свобода другого человека. Но даже они никаким образом туда ехать не собираются, потому что именно этот конкретный персонаж, скажем так, у большинства людей, вот кого я знаю, вызывает, скажем так, не очень приятную, в общем-то, приятное ощущение. Кстати, я хочу сказать, как бывший медик, что все-таки выражение лица у него, на мой взгляд, я не хочу переходить границы правил деликатности, но все-таки фотография – это как зеркало души очень часто. Там человек, он может быть более фотогеничный, менее фотогеничный. Тут уже, как говорится, как, что, в кого природа заложила. Но вот, в общем-то, то, что выхватывал периодический фотоаппарат, что, в общем-то, выражение лица у данного персонажа достаточно олигофреничное. Потом, если захотите, сможете посмотреть в энциклопедии, что это обозначает. Но это моя точка зрения, я никому ее не навязываю, может быть, я ошибаюсь. Но мне почему-то кажется, что это так. Ладно, проехали. В общем, мы так и предполагали, что они сейчас устроят эту поминальную молитву. И я, в общем-то, хочу вот еще прокомментировать такую деталь, что в Италии, а Италия – это не суверенное государство, я вам об этом рассказывала, Италия находится под оккупацией, начиная с 1943 года и де юре де факто с 1947 года, когда была переписана итальянская конституция. Поэтому сколько вот здесь находится вот этих вот баз старшего брата заокеанского со стволами, Италия в этом отношении определенный рекордсмен. Поэтому при наличии такого количества баз, как вы понимаете, говорить о каком-то суверенитете не приходится. Ну так ладно. Значит, у нас все вот эти манифестации, они у нас с определенного момента, года 4 тому назад, поделились на две категории. Категория А и категория Б. Категория А – это то, что интересно режиму. То есть, когда у нас началось вот это вот... Значит, это было свято, как вы понимаете. Потом, когда у нас начались вот эти вот ложечки за маму, за папу и за дедушку, это тоже было свято. И вот когда мы ездили
на манифестации, вот те, в которых принимали участие люди, которые не хотели вот обжираться этими ложечками, а хотели сидеть на диете, то мы там огребали по полной. То есть там могли, несмотря на то, что ты журналист или блогер, тебе и видеокамеру выбить кулаком. В общем-то, это то, что пережила я и мои постоянные подписчики. Вы помните, как мне ломали стабилизатор за неудобную съемку? Поэтому все это было. Правда, все это было заархивировано в результате. И полицейская, которая, в общем-то, это сделала, она свое тоже получила. Но там, ладно, это уже детали, это мелочи. Вот. Ну, вот такая вот вещь у нас пошла. Потом, значит, если были манифестации любителей, автолюбителей автомобилей с задним приводом, это тоже была всегда категория А, и там вот это никогда почему-то не летало. Вот. А вот когда проходили наши, тех, кто хотел сидеть на диете, там вот этого летало очень много. И такие вот были весьма и весьма, скажем, опасные для общества. Ну, кто меня смотрит давно, в общем-то, в этот язык, эти термины, элементы, я думаю, что очень неплохо понимаете. Значит, что касается вот того, что будет происходить завтра, это категория А, как вы понимаете, манифестация категория А. И каким образом они проводятся? По одному и тому же шаблону. Значит, наши профсоюзы, итальянские профсоюзы, они имеют так называемых людей-плакальщиков. Кто такие плакальщики? Вы знаете прекрасно, что особенно вот в деревне много лет тому назад, когда кто-то умирал, были такие женщины, которые приходили и плакали. То есть там им приплачивались денежки, или это они делали, допустим, за какую-то еду. В Италии все то же самое, особенно на юге. То есть приглашали вот так называемых женщин-плакальщиц. И среди наших профсоюзных деятелей имеются такие же, ну, назовем их плакальщики, которые принимают участие вот в этих манифестациях категории А, и там даже выплачиваются какие-то определенные суммы. То есть им безразлично, куда и на какую ехать. Это могут быть там любители автомобилей с задним приводом, или, скажем так, поддержка страны, государства, которое находится на востоке Европы. Вот, они туда поедут, и, естественно, они приедут завтра. Значит, это мы говорим про итальянскую сторону. Вот. Что касается нашей диаспоры, друзья мои дорогие, я вот более чем уверена, что процентов 90, ну, кроме как наша там Беросня, которая имеется, в Риме проживают такие представители, но их на самом деле не так много. Но кто-то из них приедет, но их все равно немного. Поэтому для того, чтобы составить вот эту массу, естественно, тут гадалки ходить не надо, там будет очень и очень высокий процент людей, которые вот как раз из того самого государства, которое находится на востоке Европы, где разворачиваются сейчас все вот эти вот так называемые события. Поэтому там им придется быть россиянами. Вот. Естественно, приедет пропаганда местная, там все это дело поснимает, ну и выдаст вот тот формат, который, в общем-то, это надо выдать. Вы знаете, ведь, в общем-то, журналистика – это уже не журналистика. Более того, появилась такая вот наука, как манипулировать массами посредством масс-медии. Это, в общем-то, официально уже изучается на факультетах журналистики, хотя, на мой взгляд, что, наверное, это, в общем-то, совершенно ненужный предмет. Да, психология нужна, философия нужна, а вот это, вот, на мой взгляд, в общем-то, необходимости в такой дисциплине нет никакой, потому что таким образом мы просто-напросто гробим нашу профессию. Ну да ладно. Значит, следующий момент. Вот я считаю так, что ум, он все-таки имеет какой-то определенный предел, лимит. А безумие, оно лимита, предела не имеет. Значит, в Риме, недалеко, в самом центре Рима, недалеко от вокзала Термини, потому что вокзал Термини – это самый центр, находится улица, которая называется Виа Гаэта. Это туристическая улица, там достаточно много гостиниц, находятся категории 3-4 звезды, то есть для массового туризма. Там находится посольство, в частности, наше посольство, посольство Российской Федерации, и консульство, ну и так далее. В общем, этот район всегда был достаточно таким спокойным и благополучным. Турецкое посольство на одной из перпендикулярных улиц находится. Значит, Виа Гаэта, прекрасное название Гаэта. Один из задротов. Значит, есть такая партия, называется «Италия Вива». То есть Италия живая. Просто чудо, миракулу. Да, что после всех этих перипетий, что Италия пока еще живая. Значит, эта партия, она возглавляется Матео Ренци. Был такой премьер-министр в Италии, когда его сами итальянцы называли, что он не дурак, он идиот. Я Матео Ренци видела 10 лет тому назад в Милане, когда проходил там АЗМ. Вот. В общем, вот ему старший брат
подарил вот эту самую партию. Раньше он был в ПИДИ. ПИДИ, Партиту Демократику. Значит, ему подарили вот эту самую партию. Ну, в общем, там кто-то выскочил из этой партии, как тигр из клетки, и прокричал, что вот эта Виа Гаэта, где находится посольство России, значит, надо эту улицу срочно переименовать и, в общем-то, назвать именем Навального. Вообще, мне кажется, это надо не любить свой город в первую очередь, потому что я уже много раз напоминала, много раз об этом рассказывала, как экскурсовод, а я в Риме работаю экскурсоводом 25 лет, что Италия – это страна, где находится 70% всего мирового культурного наследия. Это насколько надо не любить свой город, по-варварски к нему относиться, лишь бы только вот бабки капали и так далее, и так далее. В общем, давайте мы эту улицу переименуем. Я хочу вот начать с такого риторического вопроса, кроме как нашего посольства. А я так думаю, что наше посольство это просто через этот факт просто перешагнет и сделает вид, что ничего не произошло. И как писали на почтовых конвертах, так и будут писать Виа Гаэта, потому что достаточно поставить почтовый индекс, и письмо, естественно, дойдет. И пока там поймут, как, что и где, и как переименовали, это не один год пройдет. Поэтому наше посольство, сотрудники нашего посольства к этому отнесутся, проще всего перешагнут, посмеются и... пойдут дальше. А вот люди, которые там проживают постоянно, которые там родились, которые там выросли, которые там состарились, вы им задавали вопрос, понравится им это или не понравится? Еще раз хочу напомнить, что 80% итальянцы – это российский народ, им это понравится, а другим посольствам, а гостиницам это понравится. И вот еще удивительная вещь, что разваливается железная дорога. Я моим подписчикам периодически рассказываю о том, с какими опозданиями у нас ходят поезда. И мои подписчики, которые проживают в Италии, все время пишут комментарии и жалуются на эту же самую проблематику. У нас метро. Вот термини, там пересекаются две линии метро, линия А и линия Б. Метро разваливается. Оно небезопасное. Это хорошо, что в римском метро контактный рельс, он проходит наверху, а не снизу. Потому что если проходило бы снизу, оно подтапливается, метро периодически. Там бы уже шандарахнуло так, что мама не горюй. У вас все разваливается. А вы думаете, как переименовать улицу. Вы знаете, сколько денег уйдет из городского бюджета для того, чтобы провести вот такую, казалось бы, очень простую манипуляцию. Потому что менять придется абсолютно все. То есть с административной точки зрения. Начиная вот от этих вот дощечек, вывесок и так далее, и так далее. То есть как бы на метро у вас денег нет отремонтировать, на железную дорогу нет. Это трагедией уже стала притча во языцах. А вот эти таблички поменять, этого денег сразу же найдете. И еще, значит, и статья из открытого доступа. Ну, то, что вокзал Термини, там вообще жуть, что творится, какая деградация, и какое количество бомжей, и нападения, грабежи, и полиция просто отворачивается, не смотрит в ту сторону, потому что она просто элементарно не справится. А некоторые районы, прилежащие к вокзалу Термини, просто полиция туда никогда в жизни не пойдет, поскольку они небезопасные, эти районы. Вот. И вот эта деградация, она дошла до Виа Гаэта. Вот посмотрите, пожалуйста, это итальянская статья из итальянской прессы, что там, извините за мой французский, но я скажу именно так, просто ссут и срут, что вся эта улица находится вот в таком состоянии. Понятно, что там, где находится российское посольство или посольство Турции, там напротив стоят военные подразделения, поэтому там напротив это ты не сделаешь. А все остальное по периметру находится вот в такой кондиции. Ну... Так вот, вопрос, который я хотела бы задать, чтобы закончить этот сюжет сегодняшний. Если вы эту улицу переименуете, вы там бомжам ссать и срать запретите? Или будет проще напросто эту улицу просто назвать не Навально, а Насрального? Потому что такой терминный элемент, он уже, в общем-то, в российском контенте, он присутствовал. Улица Насрального. Почему бы нет, если улица имеет такую кондицию, и менять вы ничего не собираетесь. Все здесь. Спасибо вам большое, что смотрите, друзья. Я вас очень люблю, и мы с вами увидимся завтра.